Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у нас будет очень даже интересная серия. В этой серии я куплю себе 6-й слот для машины и куплю себе 6-ю машину. А перед этим я хотел бы вам напомнить, что я играю на первом сером магазин Холиплей. Моник Кирилл Путбол, не забывайте вводить моник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. На 5-м уровне вы получите 50 тысяч, на 10-м уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сером магазин Холиплей. Ну что ж, пацаны, наконец-то настал этот день. Я просто ждал этого месяца, потому что весь прошлый месяц я копил спецочки, чтобы купить наконец-то себе 6-й слот. Вот, подходим на этот чекпоинт, узнать количество спецочков. И у меня получается 100 спецочков ровно. Именно нужно столько, чтобы купить себе слот. И еще нужны деньги, а именно 5 миллионов. Также я позычил денег у Фомы. Ну как у Фомы? Как бы у нас в общаке были деньги. И как бы я позычил 6 миллионов. Я их потом верну, пацаны, поэтому если что, мне нужно бомбить. Как бы я взял деньги и я их верну обратно. И как только накоплю эти деньги, либо постепенно просто буду вложить деньги в общак и верну эти 6 миллионов. Все, пацаны, давайте не будем затягивать, пишем команду, вот такую, апгрейд. И здесь, получается, есть дополнительный слот для ТС. Вот эта тема, выбираем. Стоит 100 спецочков и 5 миллионов, в принципе, как я и говорил. Все, давайте его купим, в принципе. Все, я купил этот слот. Чтобы купить следующий слот, пацаны, нужно 200 спецочков и 10 миллионов. Это, получается, второй слот. Чтобы купить третий слот, нужно 300 спецочков и 15 миллионов. Чтобы купить четвертый слот, нужно 400 спецочков и, получается, 20 миллионов. И чтобы купить пятый слот, нужно 500 спецочков и 25 миллионов, пацаны. Довольно-таки так много. В принципе, мне одного слота хватит, как бы. Короче, пацаны, такая ситуация произошла. Я хотел лишь купить гелик, получается, у Максима. Максон Путбуль, привет ему еще передаю. Короче, хочу у него машину забрать, этот гелик. Он специально его купил для меня, чтобы я потом у него ее забрал. И мы поехали на Нашан. И пробовали продать мне эту машину, но почему-то не получается. Мы перезаходили, не помогало, спросили у админов. Оказывается, что машину 6-го слота пока что можно купить только с автосалона. Мы спросили, если купить машину с автосалона, обменяться, типа, возможно это сделать? Они написали, что не знают, поэтому я сейчас куплю велосипед, чтобы мы потом обменялись. Я ему велик, а он мне гелик, так сказать. Получается, это плата, я поменяюсь с ним. И надеюсь, что все будет нормально. Если мне придется гелик салона брать, пацаны, то не вижу смысла вообще, получается, в этом слоте 6-м. Потому что салона машины брать, это такое себе на самом деле. Потому что я хочу именно гелик, и именно этот гелик мне нужен. Почему, я расскажу вам, когда его уже куплю. Все, пацаны, мы приехали к нотариусу, сейчас будет момент истины. Я купил велик, как вы видели, вот, 6-й слот, и здесь у меня BMX находится. Приехали в самый охуенный нотариус, пацаны, находится в Арзамасе, если что, это мой бизнес. Так, давайте зайдем. Я сейчас с ним, то есть с Максоном обменяюсь без зарплаты, потом просто деньги передам, чтобы комиссия не снималась там и так далее. Так, вот смотри, как это делается, пацаны, возможно, кто-то будет тоже машинами обмениваться. Так, обмен транспорта, вот, выбираем ID человека, вот, 21, и пишем 1000 доплата. Ну, тут можно больше сумму ставить, по-моему, 10 миллионов или 20. Все, нажимаю обменяться. Получается Mercedes гелик на BMX. Обменять. И момент сейчас истины будет. Все, пацаны, мы обменялись. Давайте теперь я ему передам, получается, 3 миллиона и потом еще 1,5 миллиона. Ну что ж, вот вы видели, в принципе, как я передал Максиму 3 миллиона. Я ему еще должен 1,5 передать, но это я сделаю через час, когда он придет. Я уже перекрасил гелик, он был в виниле. Я винил не удалял, просто его в черный цвет перекрасил. Почему именно этот гелик, пацаны, я купил? Да вообще, зачем я купил гелик? Вот реально, зачем я купил гелик, хотя говорил, что он мне вообще не нравится. Как вы помните, у меня был гелик, который мне дарили, ебу 3 единицы, там был номер. И мне он очень почему-то понравился. Да, эта машина, я считаю ее плохой. Из-за чего? Из-за того, что она валкая и медленная. А так, именно, если чили, то машина очень даже классная, пацаны. Почему именно этот гелик? Да потому что, смотрите просто, номера на РС-ке, РСС 3-6, и номера на гелике, РСС 3-5, как бы, очень круто сочетаются эти номера, поэтому я решил взять именно этот гелик. Мы вчера его с Максимом видели, и он его купил именно для меня, чтобы я его купил сегодня у него. Все, я приехал в исток Вани, который находится возле ТРК. Можете сюда приезжать, если хотите. Я не знаю, либо стоковые диски ставить, либо просто какие-то другие поставить. Но давайте посмотрим, если здесь что-то вообще интересное такое, что бы я хотел поставить. Oh,
Не, ну вроде бы неплохо смотрится на этих дисках, в принципе. Ну да, неплохо смотрится. Будем ездить, короче, на таких дисках. Ну, он будет у меня чисто черный. Я думаю, во многим интересны карпасы этой машины. Давайте я вам его покажу. Как бы, эта машина полностью стоковая. Здесь нету ни чипа, ни нитро, ни сигнализации, ни антирадара, ни гидравлики. Здесь нету ничего просто. Здесь есть только номера и машина. Как бы, я считаю, что этого ей достаточно, потому что я катался 2 дня на машине семьи, и мне довольно-таки хватало стокового гелика. Целка 87, в принципе, это нормально, я считаю. И да, я думаю, вы заметили, что у меня появилась новая машина, кроме гелика. Это вот этот Мерседесик. Но про него я расскажу либо в следующей серии, либо через серию. Потому что, скорее всего, в следующей серии будет поход в казино на 6 миллионов на 7 серии, пацаны. Поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, повторюсь, еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. И всем пока-пока.